что там? А там что? Дерево. Деревянная бочка. Настоящая деревянная? Настоящая деревянная бочка. Жалко, что пустая. Что это? Это бокс для рисунка. Вот еще одна. Это бочки еще из деревень. Раньше в них капусту квасили. Ну какая корзиночка. Только ручка сломана. Корзиночки, банки. А вон там терка какая-то старомодная. Старые трансформаторы. Что это? Какие-то уклады. О! Пластинки? Кто? Арабеска. Но они клевые. Но они были в ходу. Это винил, кстати, настоящий. Может быть, бешеных бабок стоит. Фирма Мелодия. Прикольно. Сможешь принять? Что это такое? Приемник? Это... Как смогу-то? А, вот бабушка просила. Чего? Зачем? На дачу. Приемник? Да, пластинки крутить. Она хочет пластинки Арабыску слушать. Трансформаторов целая гора. Раньше в СССР непременно нужно было подключить телевизор или там приемник непременно через трансформатор. Вон там целая гора этих трансформаторов. Кстати, может пустить на них аудиосистема. Даже счетчик ленты есть, сколько накрутило метров. Сколько ты записей прослушала. А в этом сундучке у нас сапоги резиновые. Это вот вулканизатор. Дефицит великий. Вулканизировали. Чего вулканизировали-то? Колеса. Шины. Камеры автомобильные. Для 407-го москвича. Очередные трансформаторы. О, какая чудо штука. Сюда вворачивалась спираль. И она источала тепло. А сейчас это больше похоже на блогерскую штучку-дрючку. На какую такую штучку-дрючку? Ну вот на лампу, на блогерскую, на какую-то. Это самогонный аппарат. Там внутри наверняка причиндалы лежат. Там внутри наверняка самогон. Картопели мизотаджс.